на первом боссе. Третья пачка РДшников слева, четвертая справа. Джанг Марсе слева, Кадама на Йоми Войт справа. Полинор Майлик слева, Хилет Мавар Самалийская справа. Да, вот такая вот. В огне не стоите, сейчас так не набираете. Лучше не додамажьте, чем умрите. Также бурсты не тратьте. И держите размышку. СС один можно повесить, джанг давай на Эльморского, Будрейвен на Сомалийского. Сомалийская. У нас вчера этот босс вышел в ворота и ушел обратно, блядь. И попытку от него нахуй. Пойди, Коля, кинь этот, не только у вас. Пойди, Коля, кинь лужу под ворота на всякий случай. Когда он выйдет. Серега тоже закинь, когда лужа пропадет. Побывает, стоит, багает. Как поменять вид от первого лица? Так, Ренжу держится. Не смотрите аккуратно, милики, что погонь под вас накинул. Бывает. Полинор не верим. По гоблину свечиваются все, кто может подстанивать, подстанивает. Под боссом можно кастовать на 5 секундах стопаем каст. Потрясающе. На Юи. Разбежались. Воксар, выбеги. Иннер по Полинору из морски скинь, и Сомалийская тоже может закинуть. Гоблин на Юи до сих пор жив. Да, больше надо. Второй на Войде. Дебахните Полинора. Если под боссом кто-то стопы текает. Больше урона по гоблинам. Забеги в миликов хунганца, кливали гоблина. Дальше под ворота. Бежишь. Я Боб, да? Закинь ты по Сереге, а Саня закинет по Юи, Дестройеру. Взвейте гоблина. И по меткам РДСники разошлись. Ты Серега кислотная, которая вторая выйдет. Раньше. Подержи пока Коля еще здесь. Нажали припоты, дали Геру, бурстанули. На пулы в дестройерово, когда он, если кто. Харчок нормально. Харчок в луну пошел. В луну сбежались, у кого харчок. Добили. РДшники добили кислотную, милики идете, бьете огненно. И держите раньше, как я уже РДшники. Разбежались очень много в центре людей. Милики, приготовьтесь ренджу набирать. РДшники в центре очень много тусите, прям друг с другом стоите. Наберите рендж, хватает места. Милики, побежали. Вадим, массакру. Мастера урна огонь можешь нажать. Изморский ближе подбеги, чтобы тебя прохиливать могли, но не подходи ко всем. Возможно, будет еще один харчок через пару секунд. Милики, отбегите на всякий случай. РДшники, держите рэнд. Будет харчок скорее всего. Еще один. Нет, не будет. Все.
Мимо босса никто не бьет, если я дышит конусом, поэтому под лицом тоже никто не стоит. ПС-ка. Да забудь про ПС-ку. Спину никто не бейте. Лужа. Золотые не залупайся по дестройерам, на всякий случай. Лужа, милики, обратно. Сейчас будет харчок, Серега, аккуратно. Спину. У меня таланта печеньку. Нет. Петь печеньку. Ой, блядь, у кого-нибудь талант есть, Вадим? Откуда? Хорошо. Есть или нет? Не слышал. Нет, нет. Блядь, Полинор, танк остановись. И Майлик. Мавар. Сомалийская. Сзади босса. Коля, айсбан жми. Или массакру кто-нибудь. Гиминг, если есть прист один. Да, нормально. Все, все печеньку сбежали быстрее. И приготовились разбегаться. Правда, чего разбежались. Тотем обязательно уберите. Молодец. Вагон. Я бежал. Чё-то. Так, ты тихо, вставай, если есть. Рибах про хилу. Так же, если вы всегда стоите один в танке. Дим тоже другой прист, если есть. И какой-нибудь сейф. Нормально, все выживут. Будрайвы на Кадзуму у Джанка. Отлично. Печеньку уже связали все в одну метку. Еще два обрезания, если что есть. Право-лево разбежались. Как только он врезается, сомалийская дашь БР по Хунгану. И Геру потом сразу. Рибах его. Дайте Геру. Еще одну. То же самое, также держите. Два кило в танке стоят, два кило с другой стороны. РДСники сейчас по сторонам стойте. Не всех сразу дышало. Нет, такого дам. Молодец. Ганка, ганка прохилите. Ганка и топ-хайпа. Локсар тоже умрет, если не прохилить. Все, сейчас главное не словить прыжок, и он умирает. Печеньку сбежали. Гламур. Смотрите, гламур там слева стоит от всех. Влево не... Не бегите. Молодец. Сука, ну, блядь, пиздец просто. Вагон. Да непонятно, влево сказал, не бегите. Какого хрена вы вызываете петов своих? Петов врезает. Ну, я видел, там был какой-то нежить. Это только. Кадама бежал. Кадама словил. Его убил. Да там человек опять бежал в ту сторону. Там, блядь, что непонятно в печеньке стоят? Какого хрена ты, Женя, вообще не в печеньке, блядь, был? Не успел добежать. Диван мне раздайте кому-нибудь, может, нахуй, кто выживет. Диван им скиньте, один, хоть кому-нибудь дедресником не будет. Пиздец. Да, ты полохи. Ну, начинай епэшить, ну это хуйня, блядь. Вот, мы, идем в ЕС, мы идем, блядь, в ВВК, блядь, на 50 на 50 закрывать, блядь, потому что никто не хочет выбить, они, блядь, дохнут. Давай минус, когда мы минус было, можно минус тыкать сразу. Полинору тоже. Полинору минус 300 он поднял. Я офигею. А Полинору за что, Сань? От огня умер. Блин, у меня там две лужи подряд, ну как там выжить? Убегать. Смотри, я говорил, когда до хера стаков висит на тебе, что делать? Просто бегает вниз, блин, вон сюда, к этому. Мне две подряд кинулось. Если бы одна я сдох, я бы согласен был, но две подряд. А, сдох, сдох, сдох. Минус 300. В чем проблема? Ну там как бы больше ЕП должно быть минус. Нет. Мы до 300. Смотри, смотри, 300 это смерть по своей вине. 500 вайп рейда. Он вайпнул рейд? Он ну, по своей вине. Типа мы вайпнулись из-за того, что два врезания было. Ты, блядь, слушаешь вообще или как? Ему же снимаешь за лужу. Потому что он в лужу попал.
Не, а вот сейчас вот типа в кого врезалось. Ой, Кадами и Гламуру минус 1000. От первого лица вид, камера, там что-то дистанция отдалить, короче, ну, в настройках. Что непонятно, не призывайте вонючих своих волков и так далее, блин. Санька, сделай клан. И Хунган затанчил босса тоже. Минус это один. Короче, там... Сань, последний раз, когда я с талантом буду, потому что, ну, бегать, постоянно летать, менять, ну, это бред. Ни один спектр практика. Не последний. Кому еще там? Да. Ну тогда будете на АП кричать. Окей. Давай. Полинору минус 300. И Хунгана. Минус они все, что там есть, он заталантил босса. Минус они ему 0. Ань, ну сделал план? Я только в Агримар прилетел. Ну, у Хангана ноль, блядь. Может, его плюсануть наоборот? ГП, давай. Минус, уверен, просто все. Смотрите. Ну, давайте, может, расчеловать первый раз, не будем минусовать ему. Тихо, садить, когда сказали сбегаться, сбегали все, вообще здесь стояли. Сань, можно сумывать или делать, или нет? Плюсанул, да, но я там брал. Через... Ну ладно, давайте смыть. Смойте сосуны, да погнали. Войд добавил, чтобы потом можно было отнять. Ну, поставьте как. Вот. Ганг или второй, Будрэвен. Сон за сумму, да будем начинать. А что, ну, там ты... ДПС зависит, если ты два этих таланта берешь? Спек ретрика. Зависит ДПС от этого, нет? Ну там кулаки апнули. А, точно. Я бы постоянно бегал в этом таланте, но ДДшники начинают ныть, почему у нас не апнутые кулаки. А я как-то сделал, у меня и кулаки там, и вот эта хуйня есть. Чё, я не хочу жертвовать скоростью на Синдре. А, там скорость бега, да? Да. Да и похуй на эту скорость. Тебя сумонили, во-первых, Андрей. Тебя просто не было, я тебе еще кричал. Сумонили тебя? Блядь, меня в ДС не было, мне даже ЛС нигде не писало. Я просто слушаю музыку, а потом сижу и жду, блядь, пока меня присумонят. Сума тоже мне не было. Тебе был сум. У меня не показывался. Там альта был, что может. Нет, я видел. В ЕКЕ, из говняков. Не было, даже ты не писал. Ну ладно, может, забывать. Не бубните. Наеми, ты сделал там вид себе третьего лица? 4, 3. Наемника не ловила. Словил два человека гламур и кадам. Ты можете расходиться? Ну-ка вам этот ДВК, блядь. Ты меня боишься, блядь. Заткните. Да вы ходите 50 на 50, блядь. Ну все, нахуй, лапнулись. Нахуй дальше время терять. Да. Проходку делаем там. Тут выбор есть, три не есть. Ладно, делайте. Выбор хороший, три не. Да, тихо, давайте мы займемся. Рейдом. Алло. На Маваре надо максимально быстро сбить. Все сыграли. На Йоми побегай, подвигайся. Смотри, можешь просто не бить, сейчас просто двигайся. Летит в тебя и просто убегай сразу. Ты не умри, главное. На дрифте. Сань, закинь зубы по дестройеру. Ну,
Открыл еще станчик? Дестройером. Как Юис так получил? Не, я танчу. На фрейм забагался просто. Значит, у меня фрейм тоже забагался. Я Саня, подстроил Боб, а ты по Юи. Пока не вышло кислотно, играем по огню. Подержи пока, Коля. Я здесь пока. Геру дали, приплоты нажали. Ну да, по кислотности играем. Дама на дестройерова на полу закидываешь. Скоро харчок пойдет. Что, харчок, милики, бейте, просто вас подбегут, разморозят. РДшники добили кислотную, милики, идите огненную бейте. Серега, можешь ее прям по пути вести в огненную, там где она вылезет. Набрали ренджу. Милики, давайте заранее отбегайте, потому что уже можете отбегать, потому что хуёво вылезла. Держите ренд. Держите ренд 10 метров друг от друга. И РДшники тоже. Будрейвен рядом стоит с Ваксаром. Да ладно, надо. Бета-тестер покрыли пока. А мне бакл нажал. Возможно, будет второй харчок. Мелики тоже приготовьтесь. Отбегали на всякий случай. РДшники тоже ранее забудьте. Нет, нормально. Сейчас под лицом никто не стоит. И под 45 градусов относительно босса тоже не стоите. На полу его дестроило. Или в Юри давай. Серега, иди ледяного щитовали. Он что-то видит. Вы уже появились, Хана. Ладно, лесить не будем. Один танк, нужен. Стенку все сбежались, даже несмотря на то, что мы не собьем. Я всех сейчас бью в одну точку. ПТМ и где-то нужно были убрать. Джипси бежит право-лево. Сейчас просто право-лево убегаете. Кто за колонной стоит вдруг в другую сторону, знаете. Кого? Унга. Да в пизду, надо менять. Я тебя бурсту прожал, блять, уже. Да не, ничего, пизду. Ладно. Да, блядь. Всё, научишься отбегать, потом сделаешь проходку. Вязались в песенку. Джанка Бернич там алиская. Направо. Джанка и Геру. Рибафните Джанка. Возможно, два дыхания будет.
священнику сбежали, все прям в колонну встанете, чтобы такой херни не было. Когда мы убегаем влево, Айрария, там еще пару человек, кто за колонной справа, стоит справа, все остальные в любую сторону. Да, вторая. Четыре минуты. Геру-то дали бы. Дайте Геру еще пока на куджанку. Таня, слезь, поиска закинь мне. Да я отдаю. Я уже отдал. Блять, ну его не убьем, наверное. Ну убьем. 20 секунд. Боб по жанку там, что чё. Ну и тут. Давай, души, нет, души просто, бабл, Саня, не глянь души. А бабл ебашь. Дал по джанку. А Геру, кстати, так и не дали. Ну типа у Хангана этого опять ноль нахуй, чё ему опять прибавлять? Нет, Через сколько? Через 3 минуты репут. Давай вещи собирай и... Или логайся сам. Курите, не знаю, в туалет идите, что вы любите там делать, каждые 5 минут. Я паролил сверху случайно. Я люблю делать кое-что. Я из мира вышел. Иди, а у нас что, групп лут стоит, что ли? Да. Я уже поменял, чё вы паритесь? Чё вы паритесь? Я, блядь, отказываюсь просто от всего. Очкуны. Какая разница, что стоит групп лут? Так. Так чего, нам нужно что-то с этого босса? Там, кстати, наручи выпали, я бы поепешил бы. Наручи бы я поепешил бы. Ищи, Санька, давай. Опа. Давай в этого, в хапала. Это мы так 4 хила пили, и так мало ДПС. На грязь взяли несколько хитнов один. Последние люди, не надо, не? Что? Тринка нужна на мой инспект со второго босса? Кому-нибудь? Да. Так что, ну давай ты в рейд, потому что там надо Марсезу отойти. Потом... Попросил. Идёшь под маг. Надеюсь, ребут не на 40 минут. Сейчас на 5 секундах, блядь. Сори, перезагрузка отменена, блядь. Блядь, вчера такая хохма была, короче. Мы пришли на Ануба. Убили. Мало того, что у нас первый босс этот вышел, гармок, и ушел просто. Я просто на ретрике отдаю бурю, блядь. И печать промах нахуй, и он просто ушел, просто съебался туда, и попытку отняло, и этот говорит, прискорбно, блядь, и просто 49 попыток, блядь, хуй с ним, дошли, да, Ануба убили, и этот, Ануба убили, лут только смотрим, что выпало, и дискон нахуй, после дискона заходим, Ануб живой, блядь, и лут весь остался у этого, у Рэла в кармане, короче, он все закинул. И мы, короче, искрены нахуярили, ГМа позвали, чтобы он босса добил. Он его добил нам, и мы еще второй лут полутали, блядь. Это пиздец было. А лут был за 49 или за 50? Ну, блядь, никто ничего не знает. Там 48 было, мы еще на чемпах лайпнулись по-тупому. А, ну, короче, вы бы так и так не получили. Да, там, ну, вначале хотели, но когда на чемпах лайпнулись, уже смысла не было. Ну, там был видос. Типа, что баг, блядь, что он просто взял и ушел, типа, хотели попытку отхватить, чтобы... Ну, блядь, рейд не вывез, просто на чемпах сдохли, и уже смысла не было. Блядь, там бабка целка 20 оп собирает, я же охуел. Вулфаре, блядь. Так что, ребут отменили или что? Ну, да. Чё, отменили? Да просто я не послышал, кто-то сказал так. Отменили, нет? Вы, блядь, суету наводите. Да, отменили, заходите, конечно.
Все, блядь, кто там сказал, что ребут отменили? Минус 5000 ИП нахуй сразу. Все, я зашел. Заходите. Дед босс, я вообще в ахуе. Я первые два босса, блядь, стоял без фласки, бил. И, блядь, на третьем, блядь, я две бурсты, блядь, дал, когда, блядь, ну, когда он, блядь, не врезанный был. Это просто пиздец, блин. Первый раз я случайно дал бурсту, потому что думал, что он сейчас врежется уже. Занимательная история, Лёня. Зато можно iPad. За анекдоты давайте и подождите. Ну я бы так бы скрещив на первом месте по ДПС был бы. И за самый худший анекдот давать звание кринжоид гильдии. Звание. За худший отнимать, за лучший прибавлять, блядь. Это тем, кто ДПС мало дает. Кто ДПС дохуя дает, просто ИП добавляет. Нет, те, кто на замене, должны анекдоты травить вот так. Я вообще считаю, что первые 5 людей, которые, ну, топ ДПС, они плюс 10% КП должны получать автоматом. Так сейчас Лёня там никогда не будет. Тогда. Почему? Не, ну я не всегда в пятерке, так я и не против, блядь. Боюсь, в таком случае моя комиссия по ИП должна быть по 8 косарей. Ну, 10% с босса это не так уж и прям много, прям не прям дохуя. Да, да, да. Твоя логика всегда показывает звезды. Не, ну это мотивировало бы. Ну да, смешно, что типа классы, которые больше саппорты, будут писю сосать, да? Да, Паш, ты подразумеваешь под боссами, которые саппорты. Ой, под классами. Ну типа Саванна в данный момент. Паладин. Какой? Ну, рейтрик обычный паладин, что он домайнер? Рейтрик паладин на первом месте по ДПС сейчас было, ло, блядь. Да это забагалось, блядь. Да, рейтрик паладин, блядь, нахуй. Он просто очень скилловый. Саппорт, рейтрик паладин, саппорт. Так, а может, дело не в паладине, а в других? Ну, я сказал, что все было хуево. Я был без фласки, блядь, и две бурсы, блядь. Дело было всего лишь в одном. Во-вторых, у меня еще у меня капа РПБ нету. Его хилили в луже, я видел. Кого? Паладина. И чё? И поэтому он больше всех дал. Понял. Блять, у нас челики, короче, чтобы ХПС накрутить на лане, на ребре, там в луже вставать просили этих ДПСеров всяких фуриков там и через них захиливали, блять. Вот это хохма была. И потом кричали: вот у меня топ ХПС, блять, и линковали рекаунт. А один кадр, блять, пошли ЦЛК 10 гер на лича пришли. Ну там переходка, зима вот это, блять, и он шаманом хилит, 2 хила, блять. И такой просто в зиму встает и начинает через себя цепухи хуярить. Я говорю: ёбаный в рот, что ты делаешь? Хуяк вздыхает. Сука, говорю, ну давайте БР, ну чтобы он не в зиме встал, блядь. Даем БР, бафаем. Он опять заходит в зиму, нахуй, ХПС 20 тысяч, хуярит цепуху через себя. Ёбаный дебил, говорю, ты что делаешь? Тот хохочет, блядь, деткует рекаут 20 тысяч ХПС, блядь. Ну потом ему сказал, блядь, завязывай нахуй. Потом он встал после переходки и добили нормально. Так что в зиму не надо заходить, накручивать там ХПС. А чё вы ДК кикнули? Или кого вы там кикнули? Он кикал. Что-то за ДК, кстати, новый какой-то. Не, вы что-то сказали, кого-то на замену там пошлете. Ханг вот этот. Да мы еще никого не кикали. Не надо никого кикать, пусть сидит, одевается. Еще? Это новый челик или это чей-то двинг? Это новый челик какой-то. Ну как, не новый, не давно уже, но... Просто не хватает гильдии, поэтому берем. Блять, я всегда,
Не въебывайся, ты задолбал, там поддатил. Да вообще что-то изговнякался в ноль, блядь. Ну, раньше добрейший мальчик был. С настроением такое. Ну, да, ладно. Может, мне месячные, блядь. Ну, ты точно раз попроси, помоги. С месячными? Да. Бро, хоть живься, ты шипишь. По-моему, тихо. На, ну... Перезапусти Дискорд, у тебя фонит немного там что-то. Заодно сервак. Теперь не шипишь. А он просто микро выключил. Шуршит, пацан. Да, это, видимо, может пакетиков микрофоном что-то нравится. Перевоткнуть надо, блядь, микрофон. Что, не пускает еще? Что у нас по планам? После ВК расходимся или что? Будем по времени смотреть. Мне на работу. Ну, типа, если вы потом что-то проведет. Просто сейчас ребуты, плюс мы еще, скорее всего, на Анубе что-то там потраим немного. С первого раза вряд ли убьем. Дойдем до этого момента, тогда будем решать, что сейчас стоит. Вот. Нет, ну надо это... просто... Типа... Нет, не, ну не просто надо. Я даже не знаю, даже если час где-то примерно да у всех надо, останется, что тут за час пройти можно? Магика можно убить за час. А у нас регламентировано РТ до скольки? До 4 написал как бы, я. Да, в правилах гильдии там написано вот до скольки РТ. До 4. Это что получается, блядь? Осталось 2 часа. 2 часа еще. 2 часа еще нам. Хуйня, конечно, блядь. Ну, блин, мне на работу дальше. Если ты дальше что-то будешь делать, то я не против. До 17 могу, типа, вопрос уже, кто сколько там может людей. Ну вот, с этого и начнем. Я потому что уйду. Что там, блядь, пускает на этот ебучий сервер? Пока нет.